Здравствуйте, рыбаки. Хочу подвести итог вчерашней рыбалки. Сегодня вот утром вышел, подбросал спиннинг, поклевок не было. Одна поклевка была, щучка сошла небольшая. Больше после этого ни окуни, ничего не убегали. Решил тормозить и рассказать, как обрыбачился я вчера. Вчера использовал 4 приманки. Первая использовалась лесная вертушка фирмы Chillerstream. Маленькая вертушечка. На нее сошло пару окуней. Мне что-то больше-то не понравилось она. Решил использовать более крупные приманки. Потом использовал воблер. Воблер фирмы Aqua. Воблер в принципе неплохой. Игра хорошая. Но клевок так на него не видал. Окунь убегал один. Но не схватил приманку. Так что тоже я от него отступился. Использовал колебалку фирмы Кондор. Колебалка Twin. Тут составная. Акустическая. Тоже колебалка хорошая, но рыбы на нее так и не видел я. Рыба вся поймана была на одну лишь вертушку. Вертушка не самодельная, вертушка, так сказать, переделана из китайской дешевой блесны. От нее из китайской блесны взят только лепесток. Вот лепесток. Полностью переделан весь сердечник на другой основе, на другой этой проволоке я сам переделал. За сердечник я взял оливковый грузик, где-то, не знаю, порядка 20 грамм. Идет бусинка, например, вот сердечник. Еще две бусины. Приманка, в принципе, это вот зарекомендовала себя неплохо. До этого я не рыбачил. А тут вот решил попробовать, как она себя ведет. Приманка хорошо идет. Себя, повела себя. Идет она у дна из-за своей тяжести, забрасывается далеко. И все вот поклевки, которые сейчас были на нее. Так, теперь к улову, что вчера поймано было на нее, вот именно на нее, потому что на другие я ничего не поймал в лесу. Попались вот два окушка. Два вроде сошло вот на нее окушка. И вот еще вот щучка неплохая, в принципе. Все вот на эту вертушечку. Сегодня же также на эту же вертушку вот щучка убегала, схватила, ну как-то так вяленько сошла. Не знаю, может, с утра еще порыбачу, что попадет, не знаю. Еще на фотографиях выложу. Спасибо, до свидания.